Все эти дни в окрестностях Дебальцево находился наш корреспондент Александр Рогаткин. Сегодня он проехал по территориям, которые теперь контролируются ополченцами. Средством передвижения стал танк Победы Т-34, видевший еще Вторую мировую и долгие годы стоявший на постаменте как памятник. Теперь пришло время с постамента сойти. Вот эта фронтовая 34-ка, буквально снятая с постамента, не только готова к сражению, но еще и поднимает боевой дух ополченцев. Как-никак, оружие победы. Несколько десятилетий танк простоял на пьедестале в антраците. Теперь в резерве отдельной казачьей танковой бригады. 70 лет. Поехал у нас с удовольствием, поменялись и запчасти, и как полагается. Ну, если так разобраться, установить все, что нужно, можно и в бой пойти еще. А орудие не работает, да, пока? Не, ну почему? Снарядов на нее просто нету и все. А так можно в рабочем состоянии. А снаряды какие должны быть? 86. 86-й. Даже без орудия 34-ка готова еще послужить. Ну, в принципе, можно как тягач ее использовать, с поля боя вытаскивать нашу технику, как говорится, на ремонт и все остальное. Так она хорошая машина. Ну, ствол опускается, поднимайся. Это рычаги управления, коробка передач, ну и педали, как в машинах, газ, тормоз, сцепление. Вот. Все по-простому, как в Отечественную войну было. Танк основательно подготовили к реалиям современной войны. Спереди навесили цепи, к бортам приварили решетки. Вот это, чтобы не сбивало катки, гусеницы, противоракетные завесы. Тут, то есть, если попадает снаряд, он застревает тут. То есть небольшой тюнинг такой провели? Да, вот так вот.